Полторы тонны меда пытались нелегально ввести в Омскую область из Казахстана. Специалисты регионального управления Россельхознадзора задержали машину в Черлакском районе. Отмечу, это не первый подобный случай. Днем ранее почти 40 килограммов меда, тоже из Казахстана, были обнаружены в Русско-Полянском районе Омской области. В обоих случаях у владельцев отсутствовали ветеринарные документы, а значит, груз не могли ввозить на территорию России. Правонарушители заплатят штраф, а мед отправили в Казахстан.